Всем привет! Это Мегаполис, программа о жизни молодежной столицы России. За время зимовки мы успели отметить множество важных праздников. Новый год, Рождество и, конечно же, победу Владивостока за звание молодежной столицы России. Теперь у нас будет еще больше поддержки и ресурсов для реализации крутых проектов. Сейчас мы находимся на международном ледяном полумарафоне Magic Владивосток Ice Run, который проходит под девизом «Бегу по морю». Ледовый полумарафон – это отличная возможность проверить свои силы и пробежать по замерзшему морю. Да, безусловно, это невероятный праздник льда и снега. Давайте познакомимся с участниками молодежной команды. Побежали! Международный ледовый полумарафон прошел в бухте Навик на острове Русский уже в 9-й раз. Традиционный забег по льду Японского моря объединил любителей зимних гонок от начинающих до профессиональных атлетов. Молодежная команда, амбассадоры города поддержали забег в честь победы Владивостока в федеральном конкурсе «Молодежная столица России». Одно из красивых, традиционных и значимых мероприятий, на которые собирается не только Владивостока Приморья. Сюда приезжают ребята-сибиряки, приезжают иностранцы. Искренне бы хотелось показать нашу команду, показать те мероприятия, ради которых стоит приехать, в том числе и летом, и осенью, ну и вовлекать. Наша задача, чтобы как можно больше молодежи нашей страны приехала в наш любимый город, влюбилась в него и осталась здесь жить. В этом году на площадке ледового марафона у нас участвует молодежная команда. А также есть дополнительные номинации, и ребята получат призы. Утро началось с прекрасной разминки студенческих отрядов. И впереди нас еще ждет запуск воздушных змеев. Все это будет очень насыщенно, ярко, интересно, по-спортивному. И также работает фотозона, которая сегодня дарит отличное настроение всем гостям и участникам праздника. Я решил принять участие в таком крупном событии, поскольку совсем недавно Владивосток занял звание молодежной столицы России. И дабы поддержать это звание, я решил доказать собственным примером, что стоит молодежь показывать свои спортивные, культурные и остальные статусы. Думаю, главный посыл – это показать сплочение команды, что молодежь у нас такая активная и спортивная, потому что вообще забеги в городе Владивосток являются таким знаковым мероприятием, которое обычно проходит каждый сезон. И я думаю, молодежь – это сейчас тот именно возрастной кластер, который активно принимает участие и доказывает свой статус. Погода сегодня нас радовала, солнечно, не замерзли, даже было жарко местами. Бежалось очень легко, я, в принципе, рассчитывала на результат получше, но я любитель, поэтому, в принципе, результатом довольна. Мы приехали из города Тынды, северного города, со столицы Бама. Мы состоим в сообществе «Не будь как Гриша», созданный городом Владивостоком. Приехали мы испытать себя здесь. Международный ледовый полумарафон объединил 1300 участников из 7 стран – Россия, Китай, Маврикия, Германия, Беларусь, Индия и Япония. Эмоции участников и болельщиков, невероятная энергия были настолько теплыми, что вполне могли растопить лед. Зрелищное спортивное событие стало одним из знаковых мероприятий для жителей и туристов города. Ведь теперь Владивосток – это молодежная столица России. А это значит, что в этом году город у моря станет точкой притяжения самых масштабных событий в сфере молодежной политики. В этом году во Владивостоке пройдет более 120 различных мероприятий международного, федерального, всероссийского, регионального уровней. Конечно, мы ждем в гости Дальний Восток, мы ждем в гости всю Россию. Это будет точно незабываемое лето и огромное количество полезных, интересных мероприятий. Молодежная столица!